Единая Россия в рамках проекта «Старшее поколение» запускает новую программу для пожилых. Презентация активного долголетия состоялась сегодня в стенах Химкинского комплексного центра соцобслуживания и реабилитации. Подпроект подразумевает возможность пенсионерам получить новые навыки игры на музыкальных инструментах, пения, занятия спортом. Программа предусматривает бесплатное проведение занятий для наших уважаемых пенсионеров. Они были разработаны на основе опроса, который проводился на портале «Добродел» в марте месяце. И по результатам опроса было выбрано наиболее популярные 10 занятий, которые интересуют наше старшее поколение. Все занятия будут проводить здесь же, в Центре соцобслуживания и реабилитации. Выбрать интересующее направление пенсионеры смогут с помощью специального приложения. Мобильное приложение, оно удобно разработано для удобства, для того, чтобы граждане могли ознакомиться и через мобильный телефон выбрать интересующие их занятия в интересующее время, дату и записаться на это занятие. Затем специалист центра связывается с гражданином, выясняет детали, приглашает его на это занятие. Стоит отметить, что программа уже работает, несмотря на то, что ее приняли только 1 июля. Работы пожилых людей, выбравших декоративно-прикладное искусство, выставили в холле центра. А уже после презентации участников встречи ждал мини-концерт от тех, кто решил научиться танцевать, петь и играть на инструментах.